На самом деле, может быть, проблемы такой не существует. Вернее, совсем нет проблемы между отцами и детьми. И это противостояние всего лишь литературный миф. Да ты что, совсем охренел? Да, а вам что-то не нравится в моем рассказе? Да я тебя задушу. Конечно же, в этой псевдоборьбе мы обоюдно атакуем бессознательное. И вот уже в этой атаке мы замечаем, что используем совсем другие принципы. Ибо восприятие каждого с одной стороны, как и получаемое воздействие с другой, получается в конце концов весьма разными. Но тогда какое же оно, это восприятие? В чем оно выражается? Сможем ли мы, снимая занавес над тайной, хоть как-то действительно влиять на величину этого воздействия? В дневнике я нашел не только освобождение. Он стал для меня тем, чем мы сами наполняем свою жизнь в суетном времени своих страстей. Причем наполняем именно сами.